Здравствуйте, друзья! С вами компания Киприада Estates, я Алексей. И сегодня мы приехали в компанию Visatis Construction, чтобы посмотреть их новый проект. Сейчас будет презентация, мы все посмотрим и вам обязательно все покажем и расскажем. Будьте с нами! Итак, мы уже с вами, друзья мои, в офисе, и сейчас девушка Анна, которая работает в компании Visatis Construction, расскажет нам вкратце о новом проекте, где это, как это, сколько это стоит и так далее и тому подобное. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Новый проект, я так понимаю, называется Infinity, да? Угу. Вот, и он будет распадаться, судя по нашей карте, где у нас? Здесь у нас начинается Long Beach, непосредственно оборудованный пляж, прогулочная зона. И он в небольшом отдалении, то есть это порядка километров. И от моря у него расстояние 300 метров через зеленую незастраиваемую зону. И удачный момент, что от дороги нас опять же отделяют небольшие виллы. То есть мы находимся в тихом уголочке и непосредственно в 300 метрах от моря. И близко ко всей инфраструктуре, к пляжному отдыху. Но я так понял, что комплекс будет не очень большой, будет такой достаточно малоэтажный, по сравнению с этими сапфирами, да, там с кирпичами, то есть он не будет 38 этажей, вот, потому что многие клиенты сейчас, очень многие спрашивают именно такую среднеэтажную застройку, потому что 100% застройка после землетрясения, которое прошло в Турции, и отзывы, которые донеслись до нас, до Северного Кипра, они как-то уже побаиваются брать такие объекты. Вот. Итак, сколько у нас будет с вами этажей в самом высоком здании? В самом высоком здании, то есть это две совмещенные башни, это 10 этажей. И сразу оговорюсь, все построено со всеми нормами сейсмики, то есть в принципе на Северном Кипре с этим жесткое законодательство. И также здесь будет блок двухэтажных зданий. И это в нашей прежней концепции комплекс огороженный, со всей инфраструктурой, с видеонаблюдением и со всем необходимым, то, что можно взять внутри. И, соответственно, от комплекса, как мы уже говорили, будет курсировать шаттл до центрального пляжа на воду Бич. До Лонг-Бич. То есть это может такой быть длинный, самый длинный, самый такой пляж. Да, и до самого центрального, самого длинного пляжа доехать на шаттле. Я понял. Скажи, пожалуйста, сколько всего будет в комплексе квартир? Всего лишь в комплексе будет 93 квартиры, то есть это 79 квартир в двух 10-этажных башнях и 14 квартир в низкоэтажном блоке. То есть порядка 4 квартир всего лишь на этаже с вами будут вместе проживать. Я знаю, что ваша компания уделяет большое внимание инфраструктуре комплекса. Скажите, что будет здесь? В инфраструктуре комплекса у нас будет большой бассейн на территории. И также большое значение как инфраструктуре мы уделяем еще и озеленению комплекса. То есть вся территория будет богато озеленена. Мы сажаем взрослые деревья, которые уже в момент сдачи ключей полностью готовы для того, чтобы на них любоваться. Также здесь на территории будет детская площадка, прогулочные зоны, парковка по периметру и такая фишка нашего комплекса. Это зона отдыха на крыше 10-этажного здания. Это Infinity бассейн, который заканчивается обрывом, смотрит на море непосредственно. Интересно посмотреть. Вот. То есть вот так вот он будет выглядеть. Это большой бассейн, который будет с прямым видом на море. И рядом с ним будет зона отдыха. Это лежаки и небольшой кофешоп, в котором можно будет взять напитки, коктейли. Красиво, и... друзья мои, красиво, да. Подскажите, пожалуйста, теперь я хотел сказать спросить по поводу парковки. Она будет подземная, наземная? Она будет наземная по периметру здания, потому что под землей мы организуем под башней непосредственно также зону отдыха для резидентов комплекса. То есть это внутренний подогреваемый бассейн, это спа-зона, сауна, хамам и это спортивный зал. То есть мы решили это пространство лучше для также использования для отдать. Я понял. Отлично. А сколько будет по времени от этого пляжа, от этого комплекса, извините, пожалуйста, друзья мои, идти до пляжа? Вопрос, который волнует очень многих людей. Дойти, доехать как-то вот это вот. Скажите. Если идти пешком от комплекса до пляжа, где он начинается, то есть это уже прям оборудованный со всеми лежаками, это порядка 150 километров. То есть это где-то 15 минут пешком, и если ехать на пляже, до пляжа центрального на Лонг-Биче на шаттле, то это там 2-3 минуты. Ну да, тут все, в общем-то, рядом. А шаттл будет ходить несколько раз в день? Да, несколько раз, несколько раз в день. Ну, разумеется, в сезон. В сезон, друзья мои, шаттл ходит несколько раз в день. Вот. Я так понимаю, что этот комплекс располагается у нас с вами недалеко от всей инфраструктуры Лонг-Бича, да? То есть всякие рестораны, бары, там дискотеки, русские вот эти вот народные песни, да, и так далее. Да, все это будет. Магазины, все остальное, да. Так, а вот так вот он будет выглядеть?
вечернее время. То есть комплекс будет иметь подсветку, и комплекс будет видно с любой точки Лонг-Бича. Можно будет идти на свет, так сказать. Как бутылек идти на свет. Я понял. Так, по поводу качества стройки вашей компании мы все прекрасно знаем, что оно очень хорошее, очень замечательное. Подскажите, пожалуйста, по поводу обслуживания данного комплекса, какой будет мейтенанс, то есть ежемесячная абонентская плата? Ежемесячная плата на 1 плюс 1 будет 65 фунтов, на 2 плюс 1 это 75 фунтов мейтенанс. И он включает в себя пользование всей инфраструктуры, спортивным залом, спа, хамамом, и все, в принципе, есть в комплексе. И также работа по озеленению, по поддержанию, в принципе, хорошего вида жилого комплекса. Отлично. Скажите, пожалуйста, сколько в этом комплексе стоит самая дешевая квартира? Самая дешевая квартира сейчас в комплексе на граунд-этаже 1 плюс 1 128 тысяч. 120 тысяч фунтов. И сколько стоит самая дорогая квартира? Самая дорогая квартира у нас стоит на последнем этаже с видом на море 2 плюс 1, она стоит 256 тысяч. 2 плюс 1. А общая площадь? Общая площадь 84 квадратных метра жилая. 84 жилая, но там будет прямой вид на море. Там будет прямой вид на море. Прекрасный. И там, соответственно, будет вид на море с 9 этажа. Ну, представляете, что это. Да, вид с 9 этажа. Так, и чем-то еще я хотел вас спросить и забыл. Может быть, что-то вы еще нам расскажете по поводу этого комплекса, такое, что мы должны знать. Смотрите, в этом комплексе мы сделали несколько новшеств по сравнению с нашими комплексами, ориентируясь именно на атмосферу. Мы строим здание около моря, это 300 метров от моря, поэтому в здании мы добавили VRF-систему, то есть это система центрального кондиционирования, отопления и вентилирования здания. То есть здание будет оставаться сухим за счет того, что пассивная циркуляция воздуха будет всегда в нем происходить. Это во-первых. Во-вторых, мы делаем красивое здание, красивую архитектуру, воздушные стеклянные балконы, и они не будут портиться видом вот этих огромных кондиционерных бочек. Да. И это хорошо для жителей, потому что VRF-система уже включена в стоимость объекта, это 4-5 дополнительных тысяч фунтов не будут за это взиматься. И из бюджета клиента, соответственно, автоматически там 3-4 тысячи долларов на обустройство апартаментов уходят, так как кондиционеры покупать ему не нужно. Я понял. А подскажите, пожалуйста, можно посмотреть план квартир? Я хочу вас спросить, если бы вы были покупателем, то какую квартиру вы бы выбрали для себя? Для себя. Для себя. Смотрите, если бы я была покупателем, у меня семья небольшая, то есть у нас всего лишь двое человек, скорее всего, я бы брала 1 плюс 1 для старта квартиру. И, в принципе, я думаю, что я квартиру взяла бы с боковым видом на море, мне прямой вид на море, допустим, не так принципиален, как это людям, которые приезжают сюда на отдых, либо покупают для инвестиций, то есть, естественно, для инвестиций квартира с видом на море – это вот огромный такой бум. Я бы брала квартиру небольшую с боковым видом на море, это могла бы быть квартира типа B4, то есть она 1 плюс 1, и я бы взяла этажи примерно на 5-м, на 6-м, где уже начинается, соответственно, вид на море, он у нас идет гарантированно с 4-го этажа, но это еще и не так высоко, то есть это комфортное и расположение от земли, и комфортно от крыши, и вид на море у тебя тоже есть, и на город есть, и это в таком небольшом закутке, она хорошая по площади, и в ней всегда комфортно, уютно. То есть это то, чтобы я брала для себя, для своей небольшой семьи, и, соответственно, бюджет этой квартиры, он тоже очень комфортный. Если какой он бюджет? B4 сейчас есть на 4-м этаже, то есть это квартира не совсем прямым видом на море, с боковым видом на море, это 150 тысяч фунтов. 150 тысяч фунтов. Да. А если взять такую же, с хорошим боковым видом на море, 2 плюс 1? Хорошая плюс квартира 1. С видом на море, допустим, 2 плюс 1, а вторая, посмотрим сразу лучше, как она, что у нас не разобрана. И если мы берем квартиру с видом на море, а боковым, а вторую, это, допустим, на том же 4-м этаже 190 тысяч. 190 тысяч. Так, отлично. И расскажите по поводу плана оплат, рассрочки какие-то, может быть, бонусы, там, вот это вот все. Да. Нас интересуют сейчас бонусы, друзья, бонусы. Да. На старте продаж у нас есть несколько видов оплаты. Первый вид оплаты, где берется 5% депозит, и дальше в течение месяца оно гасится до 35%. Оставшиеся 65% для клиента идут в беспроцентную рассрочку на 36 месяцев, 3 года. Сдача объекта у нас через 24 месяца. То есть, учитывая это, уже год с ключами за квартиру можно продолжать платить рассрочку. Это самый такой растянутый, самый лояльный план оплаты. У нас есть сокращенный второй план оплаты, где первоначальный взнос 50%,
и 50 идет в рассрочку на 24 месяца. Угу. То есть это такой сжатый, сокращенный, и, пользуясь им, клиент получает бонус 5%, по которому мы говорили. Бонус 5%? 5% от цены. Угу. Также есть схема для инвестиций, то есть для инвестиций от миллиона, там 6-7 квартир, угу. Это скидка 5% на всю сумму. И есть такая схема, называемая cash payment, где в течение 2 месяцев полностью гасится стоимость недвижимости. Используя ее, клиент получает скидку 10%. 10% скидку. Так, отлично. Что-то я еще хотел спросить и забыл. Вот у меня. По поводу 6-7 квартир, если ты берешь их вместе и так далее. А подскажите, пожалуйста, вот вы начали продажу этого комплекса недавно, да? Да, неделю продаем. Неделю продаем. И подскажите, пожалуйста, сколько процентов продано уже? Так, ну если брать блок А, в нем продано порядка 60%, угу. В блоке Б продано порядка 20%, 15-20, угу. В блоке Б, угу. Он чуть-чуть позже открылся, угу. И в блоке С продано 100%. 100% продано? 100% за неделю? Да. Друзья мои, если вы хотите купить недвижимость на Северном Кипре, не думайте долго. Одна неделя, 100% здания продано. Анна, спасибо вам огромное за эту познавательную лекцию, познавательную информацию, консультацию. Мы обязательно к вам вернемся, обязательно спросим еще про что-нибудь интересное. Вот. Благодарим Анну из компании Insightis Construction за отличную лекцию по их новому объекту Infinity. Спасибо. Спасибо.